Время выбирать. В республике голосуют за депутатов новых созывов Госдумы России и Госсовет Чувашии. Мой выбор ровно такой, чтобы мы развивались последовательно, стабильно. Ну и самое главное, чтобы последовательно реализовывали задачи повышения качества жизни населения на территории Чувашской республики. Для этого нужна команда профессиональная, команда, которая нацелена на результат. Решил как можно раньше высказать свою позицию, проголосовать, подать пример, как говорится, остальным. Многие жители уже отдали свои голоса. Как проходят выборы в регионе? Медпомощь для пациентов из отдаленных сел республики. Если вдруг пациенту понадобится госпитализация, у нас есть вот такое медицинское оборудование, складные носилки, с помощью которых мы госпитализируем, перевозим пациента в медицинское учреждение сразу. Насколько востребованными оказались санитарные машины, которые в конце прошлого года пополнили автопарк районных больниц? С какими трудностями сталкиваются сельхозпроизводители региона и как с ними справляются? По зиму сыру отношение такое очень скептическое, разное, поэтому людям приходится приучать, знакомиться с этим продуктом. На слете фермеров республики обсудили меры государственной поддержки. Чувашский дом в Самарском парке Дружбы народов. Здесь мы получили аутентичную картину традиций и культуры народов, которые живут и присутствуют в данном регионе. Масштабный этнокультурный комплекс объединил 20 национальных подворий.